Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Бравл Старс. Сегодня разработчики расщедрились. Прям вообще. И дают нам в подарок мегаящик. Давайте же попробуем его открыть. Первый мегаящик — это праздники, день первый. Кстати, день первый, погоди-ка. Первый подарочек. Может, еще какие-то будут в магазине, я не знаю. Но давайте будем открывать. Первый мегаящик подарок. Поехали. Будем смотреть, выпадет ли нам из этого подарочного ящика что-то или же нет. Влияет ли на шансы или не влияет. Ну что ж, поехали. 6 предметов, дорогие друзья. Ну и давайте будем по бырику. На ни. Смотри-ка, уже влияет. Вот первый боец у нас на роличек выпал, ребят. Лайкусик, подписочка, колокольчик, репост. Все делайте как нужно. А нам выпала Нани из подарочного мега-ящика. Все-таки не даром я начал записывать ролик, потому что думал, вдруг даром, может, ничего не выпадет. Но, как оказалось, выпала Нани, новый боец на аккаунте. Это очень имбовый аккаунт, ребят. У меня тут всего 2к кубасов, хотя этот аккаунт очень даже везучий. Так, кикать друзей сейчас не буду, хотя можем и покикать. Давайте смотрим, кто тут у нас АФК. Антон, АФК, кикаем. Еще один АФК. Ребят, я всех АФКшников кикаю, поэтому кто добавляется ко мне в друзья, будьте осторожны, ведь я кикаю АФКшником. Ну что ж, перехожу на свой аккаунт под названием Колыван. Я его переименовал. Теперь это не аккаунт «Один сундук», а аккаунт «Колыван». Что ж, поехали открывать второй мегаящик за сегодня. Выпадет, не выпадет, не знаю, но поехали. 6 предметов. Опять же, ребят, 6 предметов. Очень даже везучая пока что. Не знаю, что тут будет, да как. Опа! Звездная сила. Калет. Всех врагов, попавших под удар калет, отбрасывает в самую дальнюю точку этой атаки. Вау, ничего себе. Вот это интересненько. Это реально имбово и очень интересно. Так как у меня на этом аккаунте Калет довольно-таки прокачанный боец, где она? В бойцах, конечно же. То у меня на нее уже есть 2 пассивки. Прошу заметить. Вот. И вот такие вот делишки. И, в принципе, мы переходим на основной аккаунт. Ну, на основе, я не знаю, выпадет, не выпадет, потому что недавно на основе мне выпадало... это самое, как его? Недавно на основе мне падал Кроу. Вот, и мы сейчас также будем открывать мегаящик. Ну что ж, погнали. Третий мегаящик за сегодня. Посмотрим, что-то как, что-то подгрузка это. Жестко, у меня что-то с интернетом. О, нет, смотри, выскочил так. И открываем, ребят. 7 предметов, ребят, 7 предметов. Что ж, давайте будем открывать потихоньку. Так, 22, Мортис, гаджет и... И еще один гаджет. Но это, конечно, было ожидаемо, потому что новый боец на этом аккаунте — это просто редкость, так как у меня тут есть почти что все бравлеры, не считая легушек. 2 гаджета нам сегодня выпало. Вот такой вот маленький видеоролик по Бравл Старсу. Мы открывали сегодня 3 мегаящика, и нам из каждого выпал какой-то предмет. И можно сказать, что разработчики все-таки не врут и дают мегаящики на удачу. На удачу, ребят, на удачу. Это, конечно, очень даже интересненько. Покажу вам еще раз свой аккаунт. У меня здесь не хватает всего 3 бойца. Это Сэнди, это Амбер и это Лу. Поэтому... Ожидать какого-то нового бойца — это было бы глупостью. Хотя, возможно, что-то будет. И напоминаю, ребят, я на этом аккаунте буду открывать Бравл Пасс в конце. Как раз-таки этого Бравл Пасса я буду покупать Бравл Пасс. Извините за тавтологию, но все же. На этом все. С вами был я, Дмитроза. Мы сегодня играли, выиграли в игру под названием Бравл Старс. Мы сегодня открывали 3 мегаящика. Из каждого нам выпало. Из одного нам выпал новый боец. Из другого нам выпало 2 гаджета. Ну и из третьего нам выпала звездная сила. На этом все. С вами был я, Дмитроза.
Если вы не играли в игру под названием Brawl Stars, всем удачи, всем пока-пока.